Санитарные врачи напоминают, купание в Припяти ограничено для детей и взрослых. Результаты анализов, которые были получены 21 июня, не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Количество кишечной палочки, которая в норме присутствует в воде, сегодня выше допустимого. В первый раз в этом сезоне врачи запретили купание еще 6 июня, и ситуация пока только ухудшается. Усугубляют положение дел илистые отложения на дне реки. Вода попросту начинает гнить, а купание в ней может привести к нарушениям здоровья, аллергическим реакциям, проявлением кишечных заболеваний. Напоминаем, традиционно исследуется зона городского пляжа на левобережье реки от автомоста до русла Мерлявицы. Что касается правого берега, он считается более загрязненным.